Так, это у нас зарядка уже беспроводная для автомобиля. Так, смотрим, как это все работает. Ну, вставляется шарнир, либо приклеивается к панели, либо заходит в какую-то обогревалку, да, и фиксируется через шарнир. Ну а сюда идет сама зарядка. USB подключаем. Давайте попробуем. Вот у меня к компьютеру подключен. Micro USB подключили. Ну и, собственно говоря, лампочка загорелась. Все, дальше телефон фиксируется. Фиксируется он с помощью держателя. Вот они такие. Значит, вот он, то есть под, вот так вот он висит, и под своим же весом с помощью энергии гравитации фиксируется. Очень неплохо китаец придумал, сделал. Вот, ну как в машине это будет выглядеть, доснимем. Значит, ватность у нас, ну, особо большой ватности запрещено вообще такие вещи покупать. Но вот если здесь мы читаем, то десять семь с половиной, а вот у нас даже на русском есть выходная мощность, ну максимально 15 ватт. Ну и отлично, больше и не нужно, иначе можно загореться. Так, и получается USB-шник, шнур, ну где-то он около метра, ну, должно хватить. Так, все это дело обратно засовываем, это для того, чтобы установить машину. Итак, друзья, вот что получилось. Значит, автомобиль Renault Duster. Вот там вот торчит зарядка. Давайте сейчас повернем. Вот, видимо, она включилась. Так, стоять, а то сейчас. И здесь вот у нас загорелась красненьким. Проверяем, идет ли зарядка. Идет. Слышали, да? Тун-тун. Значит, все хорошо. Есть у нас еще вот такая вот установа. Может, куда-нибудь сюда. Ее можно и на саморез кинуть, если кому-то не жалко. Вот сюда, может быть. Ну, в общем, каждый уже сам выбирает. У меня пока так. Все, всем спасибо, всем пока.